Здорово, царь, батюшка! Здорово, Кирилл, здорово, Мефодий. Проблемы у меня. Они вышли из просвещенного греко-римского мира. Просвещенного греко-римского мира. Кириллом он стал буквально в последние часы своей жизни. Даже венгры, то есть финно-угры, имели руническое письмо. Древняя русская общность, древний русский этнос, он был не славянский. Ну и не финно-угорский, как утверждают некоторые. Слушай, как мы это все назовем-то, вот это все? Русский. Чем мы говорим? Род? Как этнос, как единая этнолингвистическая общность, славяне образовались именно на территории аварского каганата. А кто такие были славяне? Это варвары? Барбары. То есть с принятием христианства болгары утратили свою идентичность. И их очень быстро прибрали к рукам. У Мефодия был опыт, опять же, военный, был политический, чего не было у Константина. Константин проиграл этот диспут. Азбуку надо бы придумать. А то в школе никаких уроков нет, откромясь труда и физкультуры. Когда они были в Крыму, они нашли книгу, писанную русскими письменами. Но какое отношение сирийские письмена имеют, то есть семитические племена, имеют к индоевропейским славянскому языку? Ну, пойдем Русь просвещать! Легко! Название «Север» и «Юг» является этнонимом. Переселение венгров из территории нынешней Украины в территорию современной Венгрии, уборщину, да, вот, оно и произошло благодаря во многом миссии Кирилла и Мефодия. Вау, слушай, а давай еще это, падежи буду. Падежи. А венгры еще очень долго, так сказать, пускали кровь западным своим соседям, делали длинные набеги, вплоть до Испании даже. Кириллица является фонетическим фонемным языком, то есть каждая буква – это отдельный звук. И греческий язык, он более ущербный по сравнению с кириллицей. Он содержит всего лишь навсего 24 буквы. Лесница! Это что получается? Я взял лесницу, пошел на солнце смотреть, легко. Даже узбеки современные, например, ведут письменность на латинице. Хотя Римская империя никогда Узбекистан не подчиняла. Ну, например, как обкакался Гай Юлий Цезарь является предметом историков изучения, а как обкакался Вася Пупкин с мыльного завода не является. Есть формальная лингвистика, то есть математическая, можно сказать, это представитель направления является Хомский, который там исследовал аппарат теории контекста свободных, контекста зависимых грамматик, там условно. А есть лингвистика, которая основывается на чисто какой-то отсебятине. Придумали, царь-государь, вот. А? Кавычки. Много крестов, много всяких кругляшочков, посмотрите, всяких завиточков, которые могут символизировать какую-то святую Троицу, какие-нибудь эоны, плеромы и другие гностические символы. То есть это вполне в стиле духа средневекового византийского монашества. Они очень долго вели подрывную деятельность на территории Балатенского княжества. Вот эти территории были впоследствии захвачены венграми в конце 9 века. То есть буквально вот после конца проповеди святого Мефодия, вот он помер, да, и спустя некоторое время туда вторгаются венгры. Вот для этого они и использовали тех самых венгров, с которыми Кирилл и Мефодий, точнее, не Кирилл, а Константин еще тогда он был, задружились во время своей хазарской миссии. И на этих придунайских землях они, во-первых, разбили болгар, то есть врагов Византии, да. То есть частично они свои геополитические задачи, цели и задачи решили за счет уничтожения Великой Моравской державы. Церковь тогда, я напоминаю, была еще единой. Окончательный разрыв между римской, католической и
ортодоксальными церквями произошел в 1054 году. И никакого просвещения в реальности они не вели. То есть вся их миссия это было всего лишь прикрытие. Мало заморочек. Дети это в раз освоят, надо бы что-нибудь еще придумать, чтоб отроков занять. Что еще, ну? Приветствую вас на канале Апофеоз Гражданской войны. И сегодня мы поговорим об очень непростой теме. О Кирилле, Мефодии, славянской письменности и о средневековом шпионаже. Кирилл и Мефодий были вовсе непростые парни на самом деле. В то время по смерти нечестивого императора Феофила воцарился сын его Михаил с благочестивою матерью своею Феодорою. По малолетству царя приставлены были к нему два великие боярина, Мануил Доместик и феоктист Патрикий Логофет, которому были знакомы в Солуни родители Константиновы. Логофет, слыша об остроумии отрока их, послал за ним, чтобы обучался вместе с юным Михаилом, дабы и сам царственный отрок, взирая на быстроту ума его, по соревнованию успевал в науках. Обрадовался Константин нечаянному приглашению и отплыл в Царьград с молитвою Соломоновой на устах прибывший в Царьград. Немедленно был он отдан в научение наставникам царским и в 3 месяца научился грамматике, потом занялся и другими науками, стихосложению и геометрии обучался он у знаменитого Льва, а диалектике. Риторики и философии у славного Фо. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Мали они родились в одной богатенькой знатной семье. Мефодий изначально делал карьеру военного, политика делал. Потом что-то у него не сложилось, где-то он накосячил и был сослан в монастырь. То есть продолжил дальше как в качестве монаха-инока. С юных лет по высокому своему роду, благолепию и добродетели был он уважаем всею Солунской страною и всеми любим за свои духовные беседы, доколе, наконец, император, узнавший о быстроте ума его, дал ему в управление княжение славянское. Кесарь как бы провидел в нем будущего учителя и первого архиепископа их племени и через дела правительственные заблаговременно приучал его к языку их и обычаям. Многие годы провел Мефодий всем княжении, но, утомленный суетою дел житейских, приложил земное на небесное, ибо не хотела честная душа его утратить вечные блага ради временных. Обретши удобное время, оставил он княжение и удалился на гору Олимпийскую, где спасалось много отшельников. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. А его брат Константин, пусть многие почему-то пишут Кирилл, хотя, чтобы вы поняли, Кириллом он стал буквально в последние часы своей жизни, когда он принял схиму с этим именем Кирилл. А все свои подвиги он совершал с именем Костян. Иллирик, место их проповеди, был спорной областью между обеих кафедр, и сильно было влияние римское на славян. Нужно было отстранить оной и прекратить козни латинствующих для достижения священной цели уже от многих трудов своих начал изнемогать блаженный философ и впал в тяжкую болезнь, которая продолжалась до 50 дней, во время болезни было ему божественное откровение о скором его представлении, на другой день поспешил он облечься в схиму великого ангельского чина. Изменив имя свое Константина на Кирилла, Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Почему же называется Кириллица, а не Константиница, если под именем Кирилл он славянам был неизвестен? Изначально он практиковался в славоблудии. То есть он риторику осваивал, софистику, схоластику, вот в чем практиковались средневековые вот эти разные славоблудия. И он очень много поднаторел и в других искусствах, в том числе и в искусстве шпионажа. О чем я вам дальше расскажу. У нас почему-то много считается, что якобы у нас и норманы нам принесли государство, и что письменности у нас своей не было, нам бы греки ее создали, вот эти два брата, вот как у нас Гундяев вот утверждает. Замечательные имена. Это имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. И святые Кирилл и Мефодий, они как раз этим отличались. Не случайно они же названы святыми. Какое сокровище они принесли и славянам, и какое сокровище мы получили? Ну, прежде всего, этим сокровищем является христианская вера. Они вышли из просвещенного греко-римского мира,
просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, барбары, люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта, это почти звери. Вот мы сегодня празднуем Кирилла и Мефодия, это люди, совершившие филологический подвиг. Они ради Иисуса Христа от людей, имеющих письменные знаки, книги и память древнюю через книги сохраняемую, принесли свет Божьей веры людям темным, дурным. По Гундяеву и по другим вот этим вот изобретателям славянской письменности получается так, что германцы древние имели руническое письмо, тюрки имели руническое письмо, даже венгры, то есть финно-угры, имели руническое письмо. А проживающие между ними славяне были настолько дикие и отсталые, что собственной письменности создать-то не могли. Вот получается вот как-то так. Прям не кажется ли вам, что это как-то вот оскорбляет славян? Существовало ли письмо до Кирилла и Мефодия? Да, существовало. В Херсоне Константину удалось найти Евангелие и псалтырь раусскими письменами писано, а также человека, говорившего этим языком. Константин, беседуя с ним, научился этой речи. На основании бесед разделил письмена на гласные и согласные буквы и с помощью Божьей вскоре начал читать и объяснять найденные книги. Житие Кирилла и Мефодия. Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку хаданга, белого тополя или березы, написали на ней имя умершего мужа и имя царя русов и удалились. Ибн Фадлан. Русские письмена. Мне рассказывал один, на правдивость коего я полагаюсь, что один из царей горы КБК Кавказ послал его к царю русов. Он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения, не знаю, были ли они слова или отдельные буквы, подобно этому. Ибн ан-Надим, у Хазар есть также письмо, которое происходит от письма русов. Мубарак Шах Марваруди. Нет, на самом деле русский и славянский — это не одно и то же. Древнерусская общность, древнерусский этнос, он был не славянский. Но и не финно-угорский, как утверждают некоторые. Русь – это было древнегерманское, а точнее, по языковому лингвистическому признаку, был восточно-германский этнос. Это, в принципе, осколок готской державы, которая существовала в 3-4 веке от РХ, или, правильно сказать, от обрезания Христова. А славяне, согласно той же повести временных лет, ну, а ее вообще подлинности и о том, как относиться к этой повести, написано якобы монахом Нестором Летописцем. Вот как к ней относиться, это мы поговорим отдельно. Но согласно ней, славяне прибыли с Дуная. Но многие подумают, что с Дуная они прибыли черт знает когда. Но на самом деле они прибыли туда, с Дуная на Днепр, прибыли как раз аккурат в 9 веке. Точнее, в ее первой половине 9 века. Почему это произошло? А если вы посмотрите на карту 9 века, то до начала 9 века на Дунае существовало мощное государство, именуемое Аварский Каганат. Так вот, это было государством аваров и славян. Как этнос, как единая этнолингвистическая общность, славяне образовались именно на территории Аварского Каганата. И с момента его разрушения Карлом Великим, то есть франкским императором, то есть славянам стало как-то там неуютно жить. Ну, так вот, от слияния славян и местной Руси, то есть германского племени, и состоялось формирование Древней Руси, древней русской общности. Но если вы посмотрите на этническую карту, Европы, то вы увидите, что славяне вроде бы западные и восточные, между ними нет никакой границы. Ну, практически они вот на территории восточной Польши и западной
Украины, Западной Белоруссии, они как бы взаимно друг друга переходят. А вот между южными и восточными, и южными и западными славянами существует прям стена какая-то, пропасть какая-то. С одной стороны живут румыны, ну, с востока, а с запада живут венгры. Ну, румыны, они хотя бы индоевропейцы, хотя относятся не к славянской группе, а к романской группе. А вот венгры вообще являются финно-уграми. Вот, о венграх у нас будет очень отдельная тема. Южные славяне это были частью западного славянства когда-то. И вот этот разрыв осуществили венгры. И как раз это произошло в 9 веке. Во времена проповеди святых Кирилла и Мефодия. Как я уже сказал, Мефодий был сначала военным, потом политиком. Константин практиковался в словоблудии. И отдельно, ну точнее он уже еще был Константином, он сделал миссию в Багдад. Ну, якобы он там имел какие-то словопрения насчет веры с магометаном, с мусульманами. Но реально он выполнял совсем другую там миссию. То есть он нас обследовал с разведывательной целью Сирию и Месопотамию. Все избрали на сей юного философа, и державный говорил ему: «Слышишь ли, что говорят нечестивые огоряне на веру нашу? Ты же, как ученик и служитель Святые Троицы, иди противоблагольствовать им, и Бог, совершитель всякой вещи, слави моего Святой Троицы. Да подаст тебе благодать Святого своего Духа и силу слова, император отпустил с ним в землю сарацинскую одного из своих сановников, Асинкрита Георгия. Над рекою Тигром, в местах некогда райских. Возвышалась тогда столица Огарянская Багдад, и там гордо обитал халиф сарацинский Мир эль-Муминим Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. В Византии 9 века, начало первой половины 9 века, представлял собой вполне маленькое государство, то есть от былого древнего Рима, от былого величия не осталось практически следа. То есть со всех сторон Византию стиснули. С севера ее славяне, болгары, авары фактически ее утрамбовали. То есть от нее там оставалась, собственно говоря, часть Греции оставалась и европейская часть Турции, это на Балканах. Часть Италии, потому что в Италии их полностью франки и лангобарды вытеснили. Там только некоторые отдельные колонии оставались у них. И большая часть современной Турции. У арабов происходил упадок халифата Омейядов, сменилось с халифатом аббасидов, и они стали терять свои территории, то есть отпадали от них. То есть шел упадок, причем спровоцирован далеко не просто так, он был спровоцирован именно Византией, чтобы потом Византия могла спокойно эти земли захватить, то есть готовилась к реваншу. Но с севера у нее существовали серьезные враги. С одной стороны, болгарское ханство очень сильно на Балканах распространило свое влияние. Фактически они почти к Константинополю подошли, самому непосредственно. И тем более они были язычниками такими махровыми, не хотели христианство принимать. Возникла великомаравская держава, то есть тоже славянская, которая вела двойственную политику. С одной стороны, они поддерживались с Германией, с Восточно-Франкской империей. И с Византией частично. То есть вот пытались вот занять какую-то вот такую позицию определенную, но влиять на ход событий в Центральной Европе. А что же византийцев не устраивало? Им вот Балканы, они хотели полностью хотя бы до Дуная захватить, как раньше Риму они принадлежали. И для этого они задумали очень хитрый план. Ну, во-первых, в 9 веке проповедникам из Византии удалось убедить болгарского хана Бориса убедить стать христианином. Но после этого болгарское царство стало как-то слабеть. Причем так сильно слабеть стало, что фактически через чуть больше века его попросту не стало. Все территории были захвачены Византией. То есть идеологическая диверсия Византии была налицо. То есть с принятием христианства болгары утратили свою идентичность, и их очень быстро прибрали к рукам. Но плюс болгарам были нанесены и военные поражения. А кем, об этом я расскажу вам дальше. Оставалась великомаравская держава, которая на месте бывшего аварского каганата. Вот эту державу надо было что-то с ней сделать. Либо ее сделать своим союзником, либо
ее надо было уничтожить. Исаия не стала бы союзниками. Что в итоге и было сделано. Об этом немножко позже. Итак, после выполнения миссии в Багдаде, Кирилл вернулся, точнее Константин вернулся, встретился со своим старшим братом Мефодием, который уже монахом был уже к тому времени, и их вдвоем снарядили в миссию в общем. Почему вдвоем? Ну, потому что у Мефодия был опыт, опять же, военный, был политический, чего не было у Константина. А Константин был очень сведущ в языках различных. Поэтому, когда он отправился в Херсонес, в Корсунь, ну, то есть в Крым, это примерно недалеко от нынешнего Севастополя, там он, во-первых, согласно писаниям, их житийным писаниям, встретился там с караимом, поучил еврейские тексты у них, выучил, потому что ему в Хазарии надлежало, он отправлялся в Хазарию, ему надлежало якобы верить, соревноваться с магометанами, с иудеями. Возвратившись в царствующий град, юный философ с великой честью принят был от императора и патриарха за богоугодный труд свой. В это время пришли послы от хазаров к царю греческому и говорили: «Мы от начала знаем единого Бога и ему молимся, поклоняясь на восток, но содержим и некоторые свои обычаи. Евреи увещевают нас, чтобы мы приняли их веру, и уже многие из нас к ним пристали. Также и сарацины склоняют нас к своей вере, говоря, что она лучше всех, посему мы обращаемся за добрым советом к вам, с которыми содержим старую дружбу, и просим, чтобы вы послали к нам человека книжного из среды вашей, который бы мог преодолеть евреев и сарацинов, и, если победит их, мы примем вашу веру». Тогда император, совещавшись с патриархом Игнатием, который поступил на кафедру после СВ, Мефодия, послал искать блаженного Константина на Олимпийскую гору и просил его идти к хазарам. Ибо никто иной не мог предпринять такое дело. На корабле царском отплыли они в Херсонь, в сопредельной области хазарской, и тут остановились на долгое время, чтобы изучить язык хазаров. Тут же старался изучить Константин и книги жидовские для прения о вере, и, нашедший одного самаринина, жившего по соседству, с ним беседовал. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. И хазарских Каган обещал, что если он победит в словопрениях, то тот примет христианство и станет, в общем, верным союзником Византии. Но поскольку он христианство не принял, то, вопреки мнению жития, то есть, видимо, Константин проиграл этот диспут, на самом деле. Потому что если бы он выиграл, то тогда хазарский каганат стал бы христианским государством. Но этого не случилось. И более того, в переписке хазар с испанскими евреями четко сказано о том, что победили в диспуте иудаисты. Сунь лукавый хазарин, посланный для встречи философа, начал беседу с дел гражданских, ибо каганы вступали и в родственные союзы с императорами греческими. Дочь одного из них, Ирина, была супругой императора Капронима. И сын ее Лев носил даже прозвание хазарского, но сия новая династия, родственная хазарам, была низвергнута с престола греческого. И потому с неудовольствием смотрели каганы на перемену властителей в Царьграде. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Когда они были в Крыму, они нашли книгу, писанную русскими письменами. Это согласно житию. То бишь, Библию. Весьма замечательно, что Константин обрел в Херсоне Евангелие и Псалтырь русскими письменами, написанные следственно. Грамота сия существовала уже издавна. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. То есть, получается, они не сочиняли славянской азбуки кириллицы, то есть русские буквы они не придумывали. Уже книги были написаны этими буквами до них. Философ греческий, нашедший там человека, знающего язык русский, через него познакомился с русской азбукой и, сотворив молитву к Богу, начал, к удивлению многих, свободно читать и изъяснять писанные на русском языке книги. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Библию они не переводили на славянский язык. То есть это тоже, получается, является подгонкой. Спрашивается, что ж тогда празднуют 24 мая все православное христианство? Чему радуются тогда, если они этим не занимались? А чем они реально занимались?
во время крымского вот этого вояжа они столкнулись с венграми, как в житиях было сказано. На обратном пути философа из стана, когда творил он молитвы первого часа, как звери лютые напали на него дикие угры, покушаясь убить его. Но нисколько не устрашился он их воплей и не прервал своей молитвы, взывая «Господи помилуй», так как уже окончил утренние служения. Изумились угры спокойствию человека Божия и укротились, ибо с ним был Господь. Они начали ему кланяться и вняли от него поучительное слово, после которого разошлась суровая дружина, а он спокойно возвратился в Корс. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Венгры тогда проживали на территории Украины, к югу от нынешнего Киева. Собственно говоря, даже я хочу даже заметить такую вещь, что, собственно, название «север» и «юг» является этнонимом. Просто это придумали название киевляне, потому что к северу от них жили племя северяне или савиры по-другому. Так вот, к северу от них черников. А к югу от них жили угры. Югры, да, получается. Поэтому юг – это на юг, значит, север – это на север. Вот, чтобы вы поняли, откуда взялись слова «север» и «юг». Венгры жили на территории Украины в середине 9 века, а в конце 9 века они оказались почему-то на территории нынешней Венгрии. И почему они там оказались, об этом, собственно говоря, и пойдет у нас речь. Как написано в житии Кирилла Мефодия, получается, на них венгры сперва с диким улюлюканьем напали, но потом расстались они прям чуть ли не в обнимку. Прям якобы это Боженька помог Кириллу Мефодию венгров образуется. Но на самом деле я думаю, что там были вполне мирские предложения для венгров, от которых они в конце концов не смогли отказаться, о чем мы поговорим в дальнейшем. Переселение венгров из территории нынешней Украины в территорию современной Венгрии, уборщину, да, вот, оно и произошло благодаря во многом миссии Кирилла и Мефодия. Переселились 7 венгерских племен, то есть финно-угорских, да, одно из них, вот, кстати, дало название мадьяры, медер племя, да, а помимо, собственно, венгров, к ним еще примкнули часть хазар под именем Кавара или Кабара. Ну, видимо, часть кабаров осела на Кавказе и дала свое название еще этносу кабардинцев. Кирилл Мефодий после осуществления хазарской миссии вернулись в Византию. По возвращении в Царьград с великой почестью приняты были просветители хазар от царя и патриарха как апостолы Христовы, проповедавшие веру истинную между язычников. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Их практически тут же снарядили в новую миссию. Они отправились в Моравское княжество, Великое Моравия. Ростислав, князь Моравский, по внушению Бога, хотящего всем человеком спастися и в разум истины прийти, совещался с племянником своим Святополком и Куцилом, князем Панонии, с вельможами и народом, и послал от себя избранных людей к императору в Царьград с таким словом: «Народ наш уже отвергнул идолослужение и желает держаться христианского закона, но мы не имеем такого учителя, который бы совершенно научил нас святой вере и нашим языком наставил бы нас на закон благочестивый, дабы и другие страны, взирая на нас, нам подражали. Итак, молим тебя, владыка, попекись о спасении нашем и пошли нам такого епископа и учителя, ибо от вас всегда исходит добрый закон во все страны». Князья славянские имели причину обратиться за духовным просвещением в Царьград как столицу просвещения того времени. Ибо приходившие к ним священники латинские не знали языка их для перевода книжного. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Напоминаю, что Великая Моравия была наследником, по сути дела, аварского каганата и занимала большую часть его территории. Было мощным государством, которое включало в себя территории Чехии, Словакии, Венгрии, частично Румынии, Сербии, Хорватии, ну и там сопредельных различных территорий, там Германии, Австрии, Польши, периодически входили в состав Великоморавского княжества. То есть, да, достаточно мощное государство было. Это оно было в середине 9 века, до миссии Кирилла и Мефодия. А вот спустя несколько лет после осуществления этой миссии Великоморавское
держава такая мощная приказала долго жить. Жаль, что все ваши создатели исчезли. Кирилл и Мефодий якобы изобрели славянскую письменность. Но, во-первых, ничего они не изобретали. Как мы уже видим из жития, сказано, что они видели Библию, написанную русскими письменами. Хотя некоторые историки утверждают, что там опечатка в житии. Надо было написать не русскими, а сурскими, то есть якобы сирийскими письменами. Но какое отношение сирийские письмена, то есть семитические племена, имеют к индоевропейским славянскому языку? То есть это явно притянуто за уши, тем более, что никаких букв сирийского языка, то есть арамейского, да, никаких букв в славянских языках нет, то есть в кириллице они отсутствуют. И является дискуссионным вопросом, а что вообще они изобретали в кириллических алфавитах? Есть несколько буквально греческих символов, такие как пси, кси, там условно говоря, которые, видимо, позже были туда добавлены для того, чтобы удобнее было переводить греческие богослужебные тексты. Нам греческие буквы совершенно не нужны. Кому они нужны? Они нужны грекам. Каким грекам? В древности была сильна не сама Греция, а восточная часть Римской империи, которая вошла в науку под названием Византия. А так вообще кириллица является фонетическим фонемным языком. То есть каждая буква – это отдельный звук передается, чего нет в греческом языке. И греческий язык, он более ущербный по сравнению с кириллицей. Он содержит всего лишь навсего 24 буквы. Тогда как кириллица в изначальном своем написании содержала 48, то есть в два раза больше содержала символов. То бишь получается какая-то нестыковка. В русском языке букв значительно больше. Как вы знаете, в современном русском языке 33 буквы, а в латинском алфавите их 26, в греческом алфавите их 24. Зачем выдумывать какие-то языки, когда можно было просто греческий язык дать славянам и использовать его под них? Если какие-то звуки там вроде не попадали, то можно было их там как-то модифицировать, объединять там и так далее. Ну, как, собственно говоря, всегда и делают. То есть вот латиницы, например, владеют не только непосредственные потомки древних римлян, да, но и многие, там, скажем, германцы, кельты там, и так далее, там, овладели этим языком. Даже узбеки современные, например, ведут письменность на латинице. Хотя Римская империя никогда Узбекистан не подчиняла. Народы с первичной письменностью имеют фонемное письмо, то есть каждый звук имеет свою букву. А народы с заимствованной письменностью часто используют комбинации гласных или согласных для обозначения звуков своей речи. Например, для передачи звука «ч» в английском используется сочетание «sh», а в немецком «tssh». Русские же обходятся одной буквой. Это говорит о вторичности латиницы и о первичности кириллицы. Поэтому все эти мысли о том, что якобы древние греки какие-то, вот монахи какие-то, вот, не особо, так сказать, искушенные, взяли вдруг и сами ни с того ни с сего в голове что-то выдумали, какой-то язык, но это является абсурдом. Константин отвечал царю: «Хотя и труден я и болен телом, но иду к славянам, если они имеют буквы для своего языка». Царь говорил ему: «Дед мой и отец искали их и не обрели, как же я могу их обрести?» Философ опять отвечал: как же можно на воде писать беседы? А изобретение новых может навлечь имя еретика. Когда, сложив или устроив письмена, написал беседу евангельскую, то есть приступил к переводу Евангелия на славянский язык и начал с боговдохновенных слов Иоанна. Исконе бы слово, и слово бы от Бога, и Бог бы слово. Неизвестно, до какой степени пользовался он тем переводом, который обрел в Корсуне. Или вновь изложил свою с Муравьев А.Н. жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Письменность придумывают не церковники для своих утех, а государственная бюрократия для осуществления государственного управления. Государств без письменности не существует.
Поэтому и придумали узбекскую, казахскую, татарскую, чукотскую и тому подобное письменность в 20 веке, потому что у них именно тогда появилась псевдогосударственность в рамках СССР. Благодаря клятым большевикам, до этого государств данных народов не существовало. Даже в современном мире изобретение языков – это очень достаточно затратное и бесперспективное дело. Сколько вот пытались там приобщить кого-то к эсперанто, на самом деле эсперанто, эсперантисты – это какая-то отдельная секта, и никто особо в это эсперанто, так сказать, не стремится. Вообще, об истории и об языкознании я хочу вообще отдельную, так сказать, лекцию вам как бы провести о том, что история не является наукой, поскольку предмет ее является субъективным. Ну, например, как обкакался Гай Юлий Цезарь является предметом истории изучения, а как обкакался Вася Пупкин с мыльного завода не является. По какой причине это случилось, ну, непонятно. Хотя оба являются представителями одного и того же биологического вида Homo sapiens. Но почему-то один представляет интерес для историков, другой нет. То есть выбор субъективный. Методы тоже субъективны, о методах исторического исследования мы тоже поговорим отдельно. Не хочу здесь углубляться в эту тему. Собственно говоря, и лингвистика является наукой лишь отчасти. Есть формальная лингвистика, то есть математическая, можно сказать, это вот. Представитель направления является Хомский, который там исследовал аппарат теории контекста свободных, контекста зависимых грамматик, там условно. А есть лингвистика, которая основывается на чисто какой-то отсебятине. Вот даже в этимологическом словаре очень много какой-то фигни прям откровенно прям содержится. Я уж не говорю о способах объединения, создания языковых семей, макросемей, групп. Тут вольное творчество абсолютно. То есть ни на чем не основаны. Сравнительно историческое языкознание столь же ненаучно, как и сама история, ибо субъективен как предмет изучения, так и методы исследования. Их построение далеки от научных методов, но всех, кто не разделяет их псевдонаучную методику, они обзывают придуманным ими термином «любительская лингвистика». Хотя сами делают такие ляпы, от которых хоть стой, хоть падай. Например, исторические лингвисты выдумали так называемую «нахско-дагестанскую семью языков», чисто тупо носовав в нее все языки Кавказа, которые не удалось воткнуть в индоевропейскую, афроазиатскую, алтайскую, картвельскую и абхазо-адыгскую семьи. В рамках этой семьи есть, например, аваро-андийско-цесская группа, объединенная только потому, что андийцы, как правило, знают аварский язык, но, сравнивая базовые слова аварского и андийского языков, обнаруживаешь, что они не имеют общих корней. Один знакомый андиец сказал, что во всем андийском языке есть всего три слова, схожих с аварскими и три с чеченскими. И это единая языковая группа. Что это кабинетные сравнительно исторические лингвисты придумали? Но они идут дальше, выдумывая сино-кавказскую макросемью, объединившую по их представлениям китайскую, китайско-тибетскую, языковую семью, придуманную нахско-дагестанскую и абхазо-адыгскую. В нее же стараются записать все бесписьменные и с неразгаданной письменностью языки, включая шумеров, хурритов, урартов, хаттов, этрусков, иберов, минойцев и так далее. Туда же воткнули изолированные языки басков, китов и буришей, а также индейцев семьи Надэнь и еще много других изолированных и вымерших языков. Дескать, некогда на просторах Евразии жила мультирасовая языковая культура от Испании до Америки, но затем с севера пришли дикари, индоевропейцы, и загнали всю эту чудную макросемью в горы и на периферию. Главным доводом этой сино-кавказской гипотезы сравнительно исторические лингвисты считают обряд воздушного погребения у большинства исследуемых народов, заключающийся в том, что покойников подвешивали, чтобы они провалились. Этот обряд в древности, якобы, практиковался у этих народов.
И вот на этом они делают вывод об общности их языков. Вы понимаете, за что вы платите налоги, чтобы содержать таких ученых. Успешно было посольство обоих братьев в земле славянской, где их приняли с большой честью, там провели 4,5 года в апостольском своем подвиге. Сперва в Моравии у князя Ростислава, а потом в Панонии у князя Кацела, который был еще язычник, но, несмотря на то, почтил философа и, возлюбив книги славянские. Сам начал учиться письменам и дал Константину 50 юношей для обучения грамоте, но не прекращались козни епископов немецких против славянских учителей. Хотя и рады были славяне слышать величие Божие на родном своем языке, как свидетельствует наш Нестор Папа Адриан II, апостолик Патер Апостоликус, как сказано в житии Паннонском. Услышав о проповеди блаженных братьев, пожелал их видеть лично и как ангелов Божиих их принял в Риме. Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Кинь, что? Знаки препинания кинь, придумаем. Зачем это? Я бы не знаю пока. Все славянские книги, которые он принес с собою. Для того, чтобы можно было употребить их с пользой для новообращенных болгар, без сомнения, С.В. Мефодий воспользовался путешествием своим в Царьград, чтобы запастись там всем. Что было необходимо для перевода священного писания, только начатого его братом, ревностно занявшись переводом, в 6 месяцев переложил все священное писание Ветхого Завета, кроме книг маковейских. С греческого на славянский язык. Начал он великий труд сей в марте месяце, а довершил к 26 октября, до того времени переведены были на славянский язык братом его Кириллом и отчасти им самим псалтырь. Евангелие и Деяния с посланиями апостольскими, Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Текстов 9 века, когда якобы жили Кирилл и Мефодий, написанных кириллицей, просто нет. Как выяснилось, значит, язык, алфавит, азбук ничего не создавали Кирилл и Мефодий. Возможно, кто-то из них, скорее всего, Мефодий, видимо, изобрел глаголицу, поскольку там, где он действовал, она была очень широко распространена одно время. В Хорватии аж почти до 19 века она посуществовала. Почему я думаю, что глаголицу вполне могли какие-то шизанутые монахи создать? Ну, это объективно, потому что посмотрите на ее начертания, на ее символы. То есть число букв у нее совпадает примерно с кириллицей, но отличается начертание. То есть много крестов, много всяких кругляшочков, посмотрите, всяких завиточков, которые могут символизировать какую-то святую Троицу, какие-нибудь эоны, плеромы и другие гностические символы. То есть это вполне в стиле духа средневекового византийского монашества. А вот кириллица ничего общего ни с греческим языком начертания не имеет, за исключением, я говорю, нескольких букв, которые ввели, видимо, позже для того, чтобы переводить греческие тексты. Ну вот, чтобы удобнее было переводить. В основной массе оно даже в начертании ничего общего с греческим языком не имеет, чем реально занимались Кирилл и Мефодий. Они очень долго вели подрывную деятельность на территории Балатенского княжества. То есть оно было подчинено Великоморавской державе, но как бы немножко существовало в полуавтономном существовании. То есть Балатенское княжество – это территория современной Западной Венгрии, чтобы вы понимали. Вот озеро Балатон. Вот эти территории были впоследствии захвачены венграми в конце 9 века. То есть буквально после конца проповеди святого Мефодия, вот он помер, да, и спустя некоторое время туда вторгаются венгры. В житии Паннонском Мефодия упоминается, что и король Угорский, пришедший на берега Дуная, пожелал видеть учителя славян. И хотя многие удерживали ревностного Мефодия идти к суровому властителю, еще языческому, полагая, что предаст его мукам, однако не усомнился блаженный и пошел, возложив на Бога свое упование. Предстал он перед лицом короля, и властитель угорский, как подобает владыкам, принял его с великою честью и много утешился духовную беседою человека Божия. Он отпустил его с великими дарами Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Великомаравскую державу они тоже разрушили. Ну, Моравию саму, собственно говоря, не захватили, но большей части ее территории они присоединили к своему государству впоследствии возникшему. Что, в связи с чем это было вызвано? Ну, во-первых, мы видим даже в житии Кирилла и Мефодия очень большой конфликт назревал между византийской и римско-католической церковью.
Хотя церковь тогда, я напоминаю, была еще единой. Окончательный разрыв между римской, католической и ортодоксальными церквями произошел в 1054 году. А тогда уже наметились эти тенденции. Князь Паннонский Кацел присылал просить папу Адриана, чтобы отпустил к нему блаженного учителя Мефодия в епископы, воздав последний долг святому Кириллу. Папа Адриан послал Мефодия, брата его, на его место в Чайнии присвоить себе новую церковную область, получившую начало из Царьграда, не могло спасти Мефодия покровительство ревностного Кацела. Ибо против проповедника успели восстановить императора германского Людовика и сына его короля Карломана, под влиянием коих находился святополк, неправильно овладевший престолом дяди своего Ростислава. Мефодий выдан был немцам и отправлен в Швабию, где пробыл в заточении 2,5 года муравьев АН жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Поделили они эту епархию, якобы. На самом деле они поделили сферы влияния, потому что Византия претендовала на эти территории, хотела захватить территории Среднего Дуная. Для этого они специально изначально вот обрабатывали очень усиленно блатенского князя и великоморавского князя, обрабатывали очень сильно. Но поскольку миссия Константина, Кирилла и Мефодия провалилась в конечном итоге, и они переориентировались все-таки на римско-католическую церковь. Латинские епископы области Карломановой принуждены были отпустить Мефодия, но не в Моравию. К князю Святополку, а в Панонию, к князю Кацелу, с угрозой, что если будет держать его у себя, не пройдет ему сии даром, но сами они не избежали суда СВ Петра. Ибо четверо из сих епископов скоропостижно скончались муравьев АН жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. И на баварских епископов, то есть стали на них ориентироваться, то значит они решили разрушить это княжество. Вот для этого они и использовали тех самых венгров, с которыми Кирилл и Мефодий, точнее не Кирилл, а Константин, что тогда он был, задружились во время своей хазарской миссии. То есть они тогда им пообещали, что дадут им более хорошие земли. А у венгров тогда вышли очень серьезные проблемы на месте их проживания. Во-первых, возникла очень мощная держава русская, стали со столицы в Киеве при князе Олеге. И он фактически начал вытеснять угров с территории Приднепровья, поскольку ему нужен был свободный проход через путь из Варяг в греки. Поэтому ему такие соседи с юга там не очень нужны были. Поэтому они с севера стали их вытеснять. А с востока на венгров стали надвигаться печенеги, которые их, в принципе, и вытеснили с тех мест. И венграм ничего другого не оставалось, как вторгнуться на территории Придунавья. И на этих придунайских землях они, во-первых, разбили болгар, то есть врагов Византии, да, то есть ослабили болгарское княжество, болгарское ханство, болгарское царство уже тогда, к тому времени. Вот. А с другой стороны, они уничтожили Великобаравскую державу. То есть сперва захватили Балатонское княжество и разрушили в конечном итоге Великомаравскую державу. Остатки Великомаравского державы, подчинили себе чешские князья. Вот. Им удалось сохранить свою независимость от венгров. А венгры еще очень долго, так сказать, пускали кровь западным своим соседям, делали длинные набеги, вплоть до Испании даже. То есть они вторгались в Италию, в Германию, во Францию, и вплоть даже до Испании. Представьте, где Венгрия, где Испания. Вот они делали походы. Весь X век они фактически будоражили территорию Западной Европы. И за счет этого Византия успела укрепиться на Дунае. В конечном счете они захватили полностью территорию болгар, починили себе сербов, хорватов, то есть укрепились очень сильно на Балканах. Им удалось частично отвоевать земли в Италии, правда там уже вмешались сарацины, которые тоже захотели Италии поживиться. Но это уже совершенно другая история. То есть частично они свои геополитические задачи, цели и задачи решили за счет уничтожения Великой Моравской державы.
Напоминаю, что именно там и орудовали святые Кирилл и Мефодий. А венгры, с которыми они подружились, стали надежными союзниками Византии и врагами Западной Европы на целое столетие. То есть они сдерживали развитие и продвижение Западной Европы на восток. То есть они своими вот этими набегами фактически очень много зла Европе делали. Существует человеческое зло, в котором человек вредит человеку ради жадности и тщеславия. И есть чистое зло. Тут уже очевидно, чем в реальности занимались святые Кирилл и Мефодий. Тем более, опять же, почему? Мефодий был военным, потом еще и политическим деятелем. Вот. Поэтому неспроста. Он, значит, знал все эти хитросплетения, умел плести интриги. Мы помним, как его, из его жития, как часто он перед римскими папами оправдывался, выкручивал, и его снова назначали на эту кафедру, чтобы он там снова преподавал и фактически вел подрывную деятельность против немецкого епископата баварского. Ведь Святополк верил архипастырю надзор над всеми церквами, и под его благодатную сенью умножились священники и иноки по всем городам Моравии. Враги бежали оружия Святополкова, опасаясь утратить власть свою на Моравию, папа, вопреки прежнему своему разрешению, послал епископа Павла Анконского в Моравию в 878 году и запретил совершать службу на славянском, а в следующем году вызвал и самого Мефодия в Рим, написав князю Святополку, что он приглашает его к себе для того, чтобы испытать лично, так ли он учит и верует Святополк, наставляемый латинскими священниками, не оказывал должного уважения Мефодию. Ибо сам был предан грубым страстям и избегал обличений святительских. Латинствующий епископ, подчиненный Мефодию, действовал против своего архиепископа. Будучи поддерживаем Святополком и немецкими соседними епископами, которые не могли равнодушно видеть водворение греческого обряда муравьев АН жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1859. Поэтому очень много настраивал моравского государя Балатонского против своих соседей с Запада. Поэтому это очень достаточно удачная миссия. И никакого просвещения в реальности они не вели. То есть вся их миссия была всего лишь прикрытием. Священники Синедриона, порождение Ехиднины. Ехиднины, да! Те, кто празднует этот праздник, фактически являются либо людьми, не владеющими информацией, либо не умеющими логически мыслить, либо преднамеренными врагами славянства и русскости в принципе. Поэтому на этой мысли я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч.